Сняв повседневные белые халаты, женщины облачились в красивые платья, став украшением сегодняшней церемонии. В этот день все песни и танцы звучат для самой многочисленной категории работников здравоохранения. Профессиональный праздник продолжился награждением медалями за значимый вклад в развитие области, благодарственными письмами и грамотами от имени акима области и партии «Нур-Отан». Здесь собрались лучшие из лучших. Каждая проработала в медицине больше десятка лет. Лучшей главной медсестрой области в этом году стала работница областной больницы Казагуртского района Бибигуль Илибаева. «Я сегодня очень рада. Нельзя не радоваться тому, что твой труд ценят. Этой профессии я отдала 30 лет. 11 из них тружусь в должности старшей медсестры. Главный критерий в нашей профессии – это человечность и любовь к пациентам. Их отзывы и благодарность для нас – самая высшая награда. Ну а звание, полученное сегодня, вдохновляет и заставляет работать, не опуская планку». Помимо лучшей главной медсестры, сегодня грамотами и памятными подарками отметили труд лучших в области акушера, фельдшера и медсестер хирургических и терапевтических отделений. Надежда Вербицкая, Антон Семенов, Абзал Турабеков, ТВК.